вчера он нашел пацана, с которым, ну, сюда вместе приехали. Двухсотила, одного трехсотила нахуй носили мы, блядь. Короче, его полбашки нахуй сколком ебнуло, нахуй. Остался, короче, один затылок только и все. Мозги в разные стороны, нахуй. Понятно, ебать. Если нахуй прилетело, блядь, въебало, конечно, чего там месиво. Нихуя, чего нахуй, прямой нахуй прилет где-то рядом был, что ли? Птичка, видать, скорректировала, срисовала, нахуй, они, видно, по ней, за ней охотились. Ясненько, значит, нахуй жарко. Да, заебали, он не знает, где это ебать, минометы, карбонат, все, он уедет и нихуя не отвечает. Они ебают по нам, нахуй, они, блядь, через полчаса начинаются опять хуй откуда отвечать, блядь. Он там уж все по съебкам сделали, нахуй. Конечно, он нахуй вышел, отработал, да съебался. Чего штурмовать-то нихуя никуда не отправляют. Да пока здесь, на этих позициях, да, этих уголовников только, блядь, 300 человек заходили там, по-моему, всех положили нахуй. Наших, блядь, штормов нахуй. Там, короче, с 200-х там ебать-то в рот, пиздец, сука. Вроде нахуй все поле. Да, весь лес нахуй. Там еще 138-я бригада заходит с другой стороны, как бы потихоньку жмун. Но опять понятно. Ценой, блядь, понимаешь, какой ценой, блядь. Да понятно, нахуй, гробят нахуй тысячами, блядь, людей. Ну, блядь, пиздец. Тут уже вот сейчас сидишь, у нас такого не было, блядь, а сейчас уже вот сидишь на позиции. Ну, чувствуешь, что ты трупным запах, нахуй, это уже подтягивает ветерком, нахуй. Понятно, а сейчас, нахуй, самая жара, блядь, сейчас они разлагаются, хуй, за сутки.